Мир вам, драгоценные! Сегодня я просто хочу прочитать вам сказку, которая мне очень понравилась. Жил волк, а неподалеку стояло большое стадо овец. Когда какая-нибудь овца видела волка, она, конечно же, его боялась и от страха кричала, а ее крики пугали других. И тут волк применил такую хитрую тактику. Он начал разговаривать с каждой овцой в одиночку. «Тебе нечего бояться, — говорил волк, — потому что я убиваю и ем только глупых овец. Но ты у меня единственная. Ты не такая глупая, ты даже умнее других. Я ценю тебя и считаю, что ты мой самый лучший друг». После таких разговоров овцы мирно паслись и больше не пугались. А когда волк убивал очередную овцу, они думали: — ну, убили так убили. Значит, это была глупая овца. Волк знает, что делает. Он мой лучший друг. Его нечего бояться. Овечки были счастливы. И вот как-то в очередной раз волк подошел к одной из овец, которая ему верила и считала его своим лучшим другом. И он сказал ей: «О, мой лучший друг, мы давно с тобой не говорили о глупых овцах. Давай поговорим». Смерть наступила мгновенно. Овца не успела даже ничего понять. Так действовал волк. Он поднял самооценку каждой из овец. Они ничего не подозревали и спокойно щипали траву. В результате их мясо стало только вкуснее. Но самое интересное в этой истории, что овцы стали даже помогать волку. Если вдруг какая-то чересчур умная овца вдруг начинала догадываться об истинном состоянии вещей, то другие овцы, то есть лучшие друзья волка, сообщали ему о странном поведении этой овцы. На следующий день волк просто съедал ее, объявляя всем, что это была очень глупая овца, и своим поведением она могла навредить обществу. Вот так и в нашей жизни. Каждый человек слышит то, что хочет услышать, а на все остальное просто не обращает внимания. Хорошо бы уметь вовремя замечать волка в овечьей шкуре.